Российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий» замечен в зоне проведения учений НАТО. Несколько часов назад разведывательные самолеты НАТО заметили российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и несколько больших противолодочных кораблей в районе проведения военных учений Североатлантического альянса на севере Норвегии. Появление здесь российского атомного ракетного крейсера и группы боевых кораблей стало достаточно большой неожиданностью. На снимках, сделанных норвежским патрульным разведывательным самолетом P-3C Orion, можно увидеть российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и, предположительно, большой противолодочный корабль «Североморск», который в настоящий момент находится севернее Норвегии, двигаясь в западном направлении. Цель появления в этом регионе группы российских боевых кораблей остается неизвестной, однако, причиной всему могли стать масштабные учения НАТО всего лишь в нескольких сотнях километрах от российских границ, в которых принимают участие, по данным Альянса, 50 боевых кораблей. Следует отметить, что на данный момент со стороны НАТО какие-либо провокации замечены не были, однако специалисты не исключают, что Альянс может устроить их в случае появления российских боевых кораблей в районе зоны проведения военных учений.